Итак, распаковываем нашу коробочку. Это все в сторону. Так, смотрим, у нас коробочка синего цвета. Приветствие на четырех языках там. Коробочка у нас простенькая. Так, тут у нас даже сервис-карт есть. Это типа по гарантии отправят. Просят 5 звезд поставить. Ага. Так, тут у нас в комплект поставочка наушники обычные с гарнитурой. Зарядка USB-шная. Сам телефончик, USB кабель и мануал есть. Все, больше в коробке ничего нет. Так, это в сторону откладываем все. Достаем наш аппаратик. Черного цвета. Очень даже неплохо выглядит. Что, все красиво. Вот такой вот у нас телефончик. Вот там. Русская клавиатура у нас, конечно же. Все красиво. Все есть. Леночка на экране. Вот так вот он у нас выглядит. Камера 3,2 мегапикселя. Вспышечка. Динамик. Тут микрофончик. Так, а это у нас для ремешка. А это микрофончик. А вот разъем. Здесь у нас 3,5 джек. Кнопка включения, выключения. Вот такой вот у нас аппаратик. Так, а теперь заглянем под крышечку, что там у нас. Батарейка стоит. Тут у нас запечатано, чтобы не включался в дороге. Если что, вдруг. Вытаскивайся. Так, эту штучку мы убираем. Тут у нас email, made in Finland, все дела. Уж все дела. Вот так, меточка какая-то стоит. Батарейка у нас BP4L. Так, вставляем ее обратно. Крышечка у нас металлическая. Вот так вот. Тут туго вставляется. Так, а ну, защелкиваем. Все, все красиво защелкнулось. И теперь включаем его. Вот, прогудел у нас тут виброзвоночек. Что он включился. Так, смотрим, что там у нас. Так, приветствие. Nokia. Все дела. Дата, время тут. Так, русский язык нам надо выставить. Так. Кыш. Окей. Так, это что такое? У нас сообщение какое-то. Remove. Так, а где же у нас русский язык-то выставлять? Control Panel. Так, это не то. Нам сюда, походу. General. Персонализация. Display. Zemis Language. Так, сколько здесь языков? Целая куча. Так, английский есть, немецкий, украинский, русский, румынский, болгарский. Еще какой-то, короче. Так, нам русский надо. Поставили русский язык. Перезагрузится сейчас и будет с русским языком уже. Такой вот телефончик, однако. Хорошенький. Компактный, удобный, в принципе. Не то, что современные смартфоны. В карман кинул, да и пошел. И ничего не мешает, не торчит. Сумку не надо с собой таскать. Все компактно и удобно. Так. Выходим отсюда. Так, так, так. Тут даже отдельная кнопочка под камеру есть. Это у нас регулировка громкости. Тут еще посередине какая-то кнопка есть, не знаю, что она делает. Может, она настраиваемая какая-то, не имею понятия. Так. Сейчас мы камеру протестируем. Посмотрим, что мы еще снимем. Так, пленочки здесь нету. Нет доступа к карте памяти. Используется карта. Так, память телефона, хорошо. Так, а что бы нам сфотографировать-то? А мы мануал вот этот сфотографируем. Вот так вот сделаем сейчас. Наведемся. Так. Вот так вот. Вот такая у нас фоточка получилась. Сейчас мы удалим. Вот так, где? Камера фоткает. Так, так. Звонки работают стопудово. Проверять не буду, конечно. А может и проверю попозже. Но это, конечно, будет уже не в обзоре. Это уже останется за кадром. Так, а что еще хочу здесь посмотреть? Картиночки, может, какие-то есть. Так, менюшечка, мультимедиа. Угу.
Так, так, галерея изображения. Пусто или не пусто? Точно, пусто. Так, альбомы какие-то тут даже есть. Что тут? Ага, ничего нет. Пусто. В общем, такой вот у нас телефончик, однако. Старенький. Ну, зато практичный. Звонит. Здесь можно и в интернете лазить тоже. Интернет поддерживает. Вот, Wi-Fi у него даже есть. Настроить чат, настроить коммуникацию, в общем. GPS-навигация есть даже. Вот она, карта. Только карты приветствуют, чтобы пользоваться приложением карты, прочитать условия использования. Только принять. Видите, операция занять некоторое время. Вот так вот у нас выглядит GPS. Не в сети. Настройка интернета. Так, это нам не надо, ну ладно. Проверять не буду, потому что стопудово работает. Вот, телефончик вот такой вот качественный. Не первый раз уже заказываю поставщика. Вот, поэтому как бы качеству претензий никогда не было. Всегда приходили нормальные исправные аппаратики. Никакого брака не наблюдалось. Вот такие вот у нас телефончики. Спасибо, пока!